Добрый день, друзья! День у меня сегодня начался с пляжа. Наконец-то я сегодня искупалась в Персидском заливе. Очень жарко днем, где-то 30 и выше. Вода теплая, 24 градуса. Ну, очень комфортно, очень много туристов, очень много русскоязычных туристов. Вот. Народу очень много. Мой любимый пляж Джибьер. Я просто живу рядом. Я вообще планировала несколько пляжей обойти за этот отпуск, но что-то думаю, нет. Очень сложно передвигаться, если честно. Очень много времени уходит на дорогу, вот про что. Поэтому Джибьер — это самый ближайший к моему отелю пляж. Сейчас я иду по очень живописному парку. Я иду оплачивать Infinity бассейн Aura Skypool. Это новая фишка Дубая. Это такой бассейн, я не знаю, на какой высоте, но просто на высоченной высоте. Извините меня за тавтологию, извините меня за мой русский. Он находится очень высоко. Вот сейчас мы узнаем, где он находится, на каком этаже. Но забронировать его было очень непросто. Мы переписывались с менеджерами. У них есть официальный сайт, там же есть ссылки на WhatsApp, есть ссылки на электронную почту. И по всем этим, в общем-то, мессенджерам мы вели переговоры. И я говорила, когда я приеду, сколько меня будет и какой я хочу получить вид. Это невероятное, потрясающее место, бассейн с видом на весь Дубай. 360 градусов, 360 градусов имеется в виду обзор, то есть это панорамный бассейн, ты можешь с высоты птичьего полета купаться, наслаждаться, отдыхать, загорать, пользоваться благами их бара и таким образом, в общем-то, наслаждаться видами с высоты птичьего полета. Единственное условие – надо подтвердить за 3 дня свое присутствие, что да, ты прилетела и ты действительно оплатила. То есть резервация – это одно. Зарезервировать само собой, никогда мы вас ждем. Мы ждем, чтобы 30 марта придете и нам. Ну, я сама сказала, что говорю, я 29-го прилетаю, а 30-го я смогу к вам уже прийти и оплатить. Поэтому я сейчас иду к монорельсу. На монорельсе я каталась прошлый свой приезд, в прошлом году. В общем, суть такая. Находится этот Infinity бассейн на станции метро. Даже не метро, наверное. Нахил. Торговый центр Нахил. В прошлом году я уже здесь каталась. Это нужно дойти до монорельса. На монорельсе доехать до торгового центра Нахил, а там уже искать. Вот. Поэтому после того, как я сегодня пришла с пляжа, встретилась с гидом, переоделась и пошла быстренько проплачивать свое бронирование. Поэтому вот, 3 апреля я планирую Infinity бассейн, а до этого, конечно же, сегодня надо будет оплатить, поэтому я туда иду. Народ уже собирается. Вот я уже на станции монорельса. Монорельс идет до конечный отель Атлантис. Нужно занять самые лучшие места. Это в первом вагоне. Отсюда открываются потрясающие виды. Смотрите, сколько яхт, прогулочных кораблей. Рядом марина. И действительно, сегодня так хорошо, так прохладно. Вот сейчас вечером шла, просто великолепно. Сколько здесь прогулочных яхт. Потрясающе. Надо горку, конечно.
The next station is Lexington. Manhattan Cardinal. Обязательный контроль на обратном билете, на обратном пути обязательно показывайте свой билет, ваш штрих-код, человек специально сканирует. Все, сканировали у нас сразу два инструмента. Друзья, даже если вы не знаете, как пройти и как найти этот Infinity бассейн, не пугайтесь. Во всех торговых центрах есть информационная стойка. Сидит человек, который знает все. Говорите ключевое слово Aura Skypool Infinity, и он сразу объясняет, как пройти, после того, как вы вышли на станцию монорельса на Hill Mall. Так что вот. Наверное, сюда. Если не сюда, то скажут, идите в другое место. Так, проходим разными коридорами, разными дорогами. Наверное, вот он, этот отель, где находится этот Aura Skypool. Друзья, и точно, вот прямо здесь, за поворотом, находится этот бассейн. Друзья, бассейн находится на 50 этаже. Тоже стоит на ресепшн человечек. Я объяснила, куда иду, и они мне сказали, куда пройти и как пройти. Что вот пришел лифт. Мы загружаемся. 50 этаж. Кстати, хочу вам сказать, что... А вот как раз 50-й аура. Даже кнопочки есть, пожалуйста. Мы поднимаемся наверх. Кстати, в тарифах есть три варианта. Есть вариант с 6 до 10, второй вариант с 10 до 2, и третий вариант, по-моему, вечерний. Ну, есть, наверное, после обеда что-то есть, но вот я выбрала с 10 до 14. Что, 50-й этаж? Нашли меня очень быстро. Все оплачиваю. Люди отдыхают. Все. Выдали мне вот такой чек.
удовольствие стоит 350 дирхамов. Вид у меня будет на Марину. Вызываю лифт и едем гулять дальше. Очень красивый торговый центр на Хилл-Молл. Я раз воспользуюсь этим моментом, то, что я здесь, и обязательно сейчас зайду в свой любимый магазин Brand for Less. По-моему, он вообще внизу находится. Что еще? Кстати, во всех торговых центрах есть вот такая карта. Но вот на Хилл-Молле она вот в таком виде. Да? Как раз можно найти, где ты сейчас находишься и что найти. То есть, например, я знаю, что, по-моему, этот магазин был на этаже G. Все, открылся наш этаж весь. И мы видим, что вот он, бренд For Less, Чибо. Конечно же, меня интересует бренд Чибо в этом магазине. Все, значит, идем на этаж G. Мы на этаже G. Красиво. Рамаданы все очень красиво оформляются. Невероятно. Очень красиво. Вот он, магазинчик наш, спрятался. Brand for Less и Чибо. Тяжеленькая. Кстати, вот они, фильтры, пакеты для кофе. 44 дирхам стоит. А может быть, это полный комплект? Интересно. А, вот, фильтр-пакет отдельно. Вот они, фильтр-пакетики отдельно. Они стоят... Сколько они стоят? Кстати, тяжеленькие. А, мисочка, чашечка тоже есть. Чашечка тоже есть. А, вот цена, ребят. 9 дирхамов. 6 дирхамов это стоит. 6 дирхамов набор. Ничего себе. Прекрасно. Просто прекрасно. Кто занимается выпечкой, здесь, конечно, рай. Просто рай. С
силиконовая такая формочка интересная. Тут даже несколько видов. А нет, это все звездочки. Сколько стоит, называется, такие звездочки? Звездочки стоят 25 дирхамов. Прекрасно. Различные формочки, приспособления. Все это очень недорого, друзья. А это что-то интересное? А, чашечка такая очень интересная. Стоит она 19 дирхамов. Так. Сколько стоит? 12 дирхамов. Тут даже есть что-то. Массажер для лица. Видимо, нагревается. Я где-то видела одной девушки, она показывала. А нет, это очищение. Это очищение. Очищение для лица. 49 дирхамов. Потрясающе. Стайлер. Стайлер 26 дирхамов. Ой, какая красота. Какие люблю такие вещи. Пожалуйста. Набор для творчества. 26 дирхамов. Металлическая коробочка. Нет, клипсы. Клипсы металлическая. 21 дирхам. Потрясающе просто. Очень много идей для творчества. Прошу прощения, закрыла своим пальцем экран. А это светодиод для бутылки. Как интересно, 24 дирхама стоит. То есть вот так она будет выглядеть. Да, тоненький такой светодиод. Ничего себе, интересно. Ой, как интересно. Ламп очень много. Очень много ламп. Я, пожалуй, здесь какой-нибудь светильник сейчас себе приобрету. Очень, кстати, уютно. Очень уютно, когда оформляешь, например, кухню или спальню. Дополнительным освещением, таким мягким, ненавязчивым. Он тебя радует, и ты говоришь, да, это отличная была покупка, ты купил ее в Дубае. Супер. Так, а здесь у нас женские вещи. О. Детские вещи здесь. Друзья, это все бренд Чибо. Вот это все Чибо. А вот тут еще интересные вещи есть. Это детские вещи. Детские вещи. Ой, какая сумочка симпатичная. Как раз, видимо, можно на поезд, да, ее цепить. Заниматься спортом или куда-то пойти. Кстати, интересно, стоит она 9 дирхамов. Прекрасно. Вот это уже посложнее, помощнее. Стоит она 33 дирхама. Прекрасно. Кто-то оторвал портмоне. Коробочка была симпатичная. А стоит она сколько, неизвестно. Стоит она 26 дирхамов. Надо же, почему же так неаккуратно? Пожалуйста. Сумочка. Ну, как аптечка. Как аптечка выглядит. А сколько она стоит? А стоит она 26 дирхамов. Надо же, как интересно. Такие симпатичные сумочки, небольшие, легкие, кстати. Легкие, очень легкие. Вот такая же есть. Оранжевая. Ой, люблю рюкзачки. Это же рюкзачок, потрясающий. Нет, это не рюкзак, это просто сумка. Сумка с множеством карманов. А вот это рюкзак. А вот это рюкзак. Даже выглядит очень хорошо. Да нет, это тоже рюкзак. И та рюкзак оранжевая. Ой, какая симпатичная сумочка. Сколько она стоит, интересно?
Смотрим. Стоит 49 дирхамов. 49 дирхамов, друзья, умножаем на... Так, умножаем на сколько? На 25 умножаем в рублях, и тогда получится вот такая цена в рублях. Надо же, есть даже утеплитель. Не то, что утеплитель, это просушка. Это, ну, скажем так, сушилка, что ли, да? Это сушка для обуви. Например, промокли, и вам, пожалуйста, вот. И стоит она 45 дирхамов. Это все удобство для людей. А вот есть еще вот такая версия. За 21 дирхам. Интересно. Интересно, вот это все, знаете, это все бренд Чибо. Вот, то есть у них вот есть вот такие какие-то мелочи, хозяйственные, важные, нужные. И, в общем-то, стоят они недорого. Кто занимается садом, здесь тоже очень много милых вещей, уютных таких, да? Садил, пожалуйста, поставил такую табличку. Интересно, да? Ой, как красиво. Посмотрите, этот цветок можно повесить. Это крепление, видимо, все-таки какая-то основа. А может быть, действительно, это основа, чтобы... Не знаю, как он работает. Посмотрим. А, это вот так. 45 сантиметров. И стоит она 21 дирхам. Может, тут даже инструкции есть. То есть это какая-то основа для будущего растения. Как интересно. Очень интересно. И, пожалуйста, для Чибо, для здоровья. Можно заниматься спортом, ну, для растяжки. Потрясающе. Главное не лениться. 33 дирхама. С удовольствием. А это у нас что? Тоже. Это стоит сколько? Это стоит 18 дирхамов. А это у нас что? Ага. Тоже нужная вещь. И это нужная вещь. Вот эта нужная вещь, одна штука, стоит 17 дирхамов. О, гантели. Пожалуйста, гантельки. Ой, тяжеленькие. Даже поднять не могу. Массажеры есть небольшие. Пожалуйста. Такой массажер для сравнения. Просто посмотрите, сколько он у нас стоит и сколько здесь. Ну, здесь 49 стоит. Вот вся вот такая, да? Вот. Ну, понятно, что здесь большая линия. Косметики. Такие полезности. Тоже от Чибо. Ну, посмотрите, например. Ну, у кого спина не чесалась, а вы руку не могли протянуть, да? Или дотянуться не могли. Пожалуйста, вот вам инструмент. Небольшой, кстати. И стоит этот инструмент 19 дирхамов. Есть серебряное исполнение, есть с золоченным. А вот это тоже какая-то интересная вещь. Что-то какая-то, что-то связано с LED. LED, наверное, это что-то лампа. Нет? Не знаю, тоже что-то полезное, что-то нужное. А, посмотрите, здесь даже обувь указана. Вот, здесь показывают, вот на следующем показана обувь. Что она делает с обувью? Вопрос. Прекрасный роллер для лица. Стоит 33 дирхама. Нужно попробовать. Кстати, я здесь хотела посмотреть тоже
Зеркало с подсветкой. А вот это, смотрите, знаете, это зеркало, но похоже, оно с LED-подсветкой, да, оно просто ручное. То есть тоже интересно, да? Кстати, вы, похоже, скрывали неоднократно, оно стоит всего 19 зеркал. Вообще, кстати, сейчас посмотрю. Если оно с подсветкой, но я больше хотела, конечно, купить большое зеркало. Большое зеркало, чтобы прям подсветочка такая была хорошая, полноценная. Ну, сейчас я посмотрю, как оно выглядит. Друзья, я вскрыла это зеркало. В общем, да, вот у него такая ручка. Вернее, вот очень удобно держать или подставить на стол, либо с собой взять дорогу. Здесь у него есть мешочек, то есть он компактный, то есть его можно аккуратно носить в мешочке своем фирменном, да. У него есть еще подзарядка, то есть есть провода. Почему провода? Здесь у зеркала есть все-таки разъем. Здесь сюда можно вставить, подзарядить, и, наверное, оно будет тебе еще дополнительно светить. Хорошая вещь, дорожная вещь, небольшая вещь, много места не занимает. И судя по тому, что это остался единственный экземпляр, наверное, надо брать. Может, даже прекрасный сувенир, прекрасный подарок, потому что, ну, интересно, необычно, с подсветкой, не маленький. Ну, я хотела, конечно, больше, чтобы было с увеличением. Ну, интересная вещь, кстати. Последний осталось. Даже не знаю, что делать. Так неудобно. Наверное, возьму. Что мне нравится еще в этом магазине? Вся одежда, весь товарный ряд, он представлен именно исключительно по размерам. То есть ты знаешь, например, свой размер и подходишь только к своему размеру и уже выбираешь из того, что есть. Вот. Вот это мне очень нравится в этом магазине. Набор для творческого ребенка. Стоит этот набор барабанов. О, как здорово, даже выложить вообще. Так, он стоит 37 дирхамов. Пожалуйста. Написано, что на батарейках. Может, я ошибаюсь. Тоже, кстати, единственное и уже так подерганное прилично. Видимо, пробовали. Может, даже не только пробовали. Это вообще какой-то блокнот. Тарелка. Шунчик, конечно, интересный. И прохладная погода. Приятно. Тело очень приятно. Приятненький тарелка. Но большой. Прям рукава тоже висят. Ну все, друзья, я уже в отеле, поднимаюсь на свой 26 этаж. Кстати, хочу вам сказать очень интересное одно наблюдение. Я вчера посмеялась по поводу того, что меня поселили на этаже VIP. Думала, пошутил так сотрудник отеля. А сейчас сегодня обратил внимание, что весь этаж, все номера, они действительно VIP. То есть на каждом. Смотрите. VIP. Каждый номер VIP. 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 Этаж VIP. Ну все, друзья, хорошего вам вечера. Это был великолепный день в Дубае. Поэтому желаю вам оставаться на моем канале. Пишите комментарии, делитесь своими впечатлениями о своей поездке. Может быть, хотите что-то спросить, что-то узнать. Я обязательно расскажу. Спокойной ночи. Всем самого наилучшего.